сегодня будет играть Леванте. В защите Мартин Кассерес играет с Дуарте. Барди начинает с Моралесом в полузащите на флангах. И в нападении с первых минут играет Рожа. Решили они сегодня скрытчу держать. Ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. И наш матч начинается. Фернандо. Хордан. Пас не получился, перехват. Осе компания. Они продолжают идти вперед, нужно внимательно играть с мячом. Энис Барт. Моралес. Навес на дальнюю пошел. Все-таки не получается навес. Вратарь первым оказался на мяче. Иван Ракитич. Алехандро Гомес. Плохо он сыграл в этой атаке. Выглядела она перспективной, но ничего не получилось. И в итоге завладел мячом. Антони Марсиаль. Хордан. Ничего не получится. Пас перехвачен. Аут будет. Дуарте. Как бы такая игра не закончилась потерей. Можно забивать.